На холмах Эфиопии пастух по имени Халид, наблюдая за поеданием козами определенных плодов, делающих их более энергичными, открыл кофе, который сегодня занимает второе место по объемам продажи после нефти. Из Йемена, где его научились варить, кофе попало в Аравию, в 15 веке в Турцию, а далее в Европу, где кофейни приобрели большую популярность. В одной только Англии в 18 веке их было более 3000. В 16 веке шейх Абдул-Кадир, автор книги про кофе, писал, что этот напиток, подобно золоту, дает ощущение роскоши и благородства.